Я хочу поздравить вас, то, что вы благополучно добрались, открыли лагерь. И вы звали не только часть наших белорусских команд, но и мы привлекли всех партнеров. Первую очередь, конечно, хотел бы отметить партнеров государственных структур, министерства по чрезвычайной ситуации, здравоохранения, министерства внутренних дел. Мне хотелось бы, чтобы вы смогли бы совместно, во-первых, поделиться опытом, отработать какие-то моменты, узнать больше. На данный момент вы находитесь на территории полевого лагеря. Я хочу вам представить коменданта полевого лагеря Андрей, позывной его «Руды» в радиоэфире. Он отвечает за всю часть, которая касается вашего быта, которую он обустраивал эту полянку. Лучше мы вас за машину позовете. Все, говорили, что не видно здесь сами никто. Приблизительно 750 детей, тяжелыми ранениями разных степени. Я бы прибыл. Жена прибыла на место, начинаем оказывать полевую помощь. Что, ломать банку, Саня? Ай, больно! Она сломанная, похоже. Урал, не понял, повторите информацию. Оп. Заря принял. Я принял. Скажите, что с возможностью подъезда скорой? Можно принял. Кедр, ответь Авроре. Может, водички? Вопрос не надо было? Ножку надо зафиксировать.
Сейчас принесем. Аврора Заре. Про транспортирует девочку травмированную. Нам необходимы еще машины, носилки. Стендбай. Волга, Авроре. Бора к вам вышла. Yeah, but this part of body is okay. She feels it, but this part is not okay. She don't feel any touches. В наш штаб. Просто ожидаем погружения людей с травмами. Yes, we have it more. Опа, опа. Да, лево. Да, аккуратненько. Да, ну, направо ложи. Тихо. Аккуратно. Сергей. Ну, на носилки, с носилками подаем. Носилки. Вперед, пошли. Сидячие. Нет, так еще можно вот здесь сидячий. Правильно, закрыто.